Видео приготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1057. Найдите первое 1% от числа 76. 1% – это 1/100 от числа. Для того, чтобы найти 1/100, нам нужно число разделить на 100 равных частей. Ну, если нужно разделить на 100, то нужно в десятичной дроби запятую сдвинуть влево на две цифры. В данном случае запятая стоит после шестерки. Сдвигаем на две цифры, получаем 0,76. Это 1% от 76. Второе – 7% от числа 300. Для того, чтобы найти 7%, нам нужно найти 0,07. Тогда мы число 300 делим вначале на 100, чтобы определить, а сколько это 1/100 от 300. Делим на 100, получаем 3,0, просто 3. Но затем нам нужно 3 умножить на 7, получим 21. Вот 21 – это 7% от 300. Третье – 26% от числа 10. 10 делим на 100. Получаем 0,1. Затем мы 1/10 умножаем на 26. Получаем для того, чтобы дробь умножить, 26,0 умножить на 0,1, нужно в числе 26 запятую сдвинуть влево на одну цифру. В данном случае запятая стояла после шестерки, сдвигаем влево на одну цифру, получаем 2,6. Это 26% от 10. Четвертое – 30% от 120. 120 делим на 100, получаем 1,2. Теперь 1,2 нам нужно умножить на 30. Ну, вначале тогда мы 1,2 умножаем на 3, получаем 3,6, и потом еще умножаем на 10, получаем 36,0. Вот 36 – это будет 30% от 120. Пятое. 94% от числа 16,5. Вначале мы 16,5 делим на 100. Сдвигаем запятую влево на две цифры, получаем 0,165. Теперь 0,165 нам нужно умножить на 94. Давайте вот здесь справа умножим. 0,165 на 94. 5 на 4 – 20, 0 пишем 2 в уме. 6 на 4 – 2, 4 и 2. 26, 2 в уме, 1 на 4, 2, 6, 9 на 5, 45, 4 в уме, 6 на 9, 54 и 4, 58, 5 в уме, 1 на 9 и 5, 14, складываем, получаем 0, 11, 14 и 1, 15, 4 и 1, 5, единичку сносим. Отделяем три цифры справа, получаем 15,51. Это и будет 94% от 16,5. Шестое. 156% от числа 62. 62 делим на 100. Получаем 0,62, потом 0,62 умножаем на 156. Ну, удобнее будет, конечно, 156 умножить на 0,62. 6 на 2 – 12, 1 в уме, 5 на 2 – 10 и 1 – 11, 1 на 2 и 1 – 3. 6 и 6 – 36, 3 в уме,
5 на 6, 30 и 3, 33. 3 в уме, 1 на 6 и 3, 9. 2, 7, 6, 9. И отделяем две цифры справа. Получаем 96,72. Это и будет 156% от числа 62. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.